Президент клуба «Альянс Супер Кэтс».
Давайте повстречаем наших спонсоров. Торговая марка Alimonda. Я попрошу представителя компании выйти на сцену. Мы рады приветствовать всех вас,
на 4-й международной выставке кошек «Экспорт 2014», которая с первых весенних дней открывает свои ворота всем любителям кошек, а также хозяевам кошек, которые собрались со всех концов нашей страны и зарубежья. «Экспорт» стал не просто выставкой кошек, это по-настоящему семейный праздник, в котором хочется оставаться как можно дольше. Атмосфера праздника – неизменный атрибут Эсбурга, и все мы это знаем. Хочется еще раз поблагодарить всех тех, кто сейчас стоит на этой сцене, и сотрудников, которые эти два дня будут работать на выставке. Давайте поприветствуем. Спасибо вам большое. Еще раз хочу сказать огромное спасибо нашим филологическим клубам за ваш труд. Спасибо большое. Нашим дорогим спонсорам, без которых такие мероприятия сегодня не проводятся нигде. Спасибо большое вам. Нашему генеральному спонсору, неизменному спонсору, который 4-й год уже спонсирует эту выставку, компании «Флорекс» и торговая марка «Эверклин». Как уже сказала Татьяна, будет ожесточенная, но, надеюсь, честная борьба за звание почетного гражданина города Эрцбург, которому будет вручен главный наш приз – золотой ключ от города. А мы с вами посмотрим, как наши уважаемые судьи будут оценивать всех кошек, и тоже попадет в список 12 финалистов, которых будут участвовать завтра здесь в 18 часов на этой сцене, и будем выбирать главного победителя. Ворота города Эрцбург открыты. Всем желаем приятного времени препровождения. Добро пожаловать! Которые приложили огромные вообще усилия для того, чтобы это выступление состоялось сейчас, здесь, пока не на сцене. Давайте еще раз поприветствуем их аплодисментами.